Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом. Поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучная дача. Шей Кормак Ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шеи может предложить кое-что и вам. Мы получили доступ к фрагменту памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Я устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты... Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично! Заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Наконец! Готовы к атаке? Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Я хочу посмотреть воспоминания Шея. Возвращайся сюда. Запусти сервера. Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в анимусе.